Добро пожаловать в Бенидорм, в Испанию. Спасибо всем, кто смотрит сейчас онлайн-презентацию команды Astana Premier Tech. Сегодня мы представим вам гонщиков, спонсоров, вы узнаете наши цели в новом сезоне и услышите много другого интересного. Но сначала о том, как мы прошли невероятный 2020-й. Спасибо большое Эрзану Кулюбаеву за замечательную музыку. Да, это был невероятный сезон. О нем, об этом сезоне и о сезоне грядущем мы поговорим с управляющим директором команды Яной Зель. Яна, добро пожаловать. Добрый вечер, Валерий.
Трудный выдался сезон, что и сказать. Расскажите о нем немного подробнее. Да, сезон получился особый, тяжелый, и мы благодарны, что, несмотря на все проблемы, команда смогла проехать все гран-туры и добиться 15 побед. Главное, что показал сезон, даже в такой тяжелый период мы можем добиться многого, если слаженно работаем ради единой цели все вместе. Я с гордостью вспоминаю достижения команды. Они показывают, что мы готовы продолжить в том же духе и в новом году. Яна, у команды теперь второй главный спонсор. Да, Валерий, мы очень рады и горды, что Premier Tech теперь титульный ко-спонсор и второй главный акционер команды. Мы ждем от этого очень многого. Это особенный момент, исторический, можно сказать. Мы впервые получаем равную поддержку от крупной международной компании наряду с нашим традиционным спонсором Samruk Kazyna. С двумя такими мощными столпами проекта мы можем быть уверены в долговременных его перспективах. Одновременно мы сможем развивать нашу бизнес-модель, в рамках которой мы будем способны обеспечить оптимальные условия нашим гонщикам для того, чтобы они еще чаще поднимались на подиум. Яна, каковы ваши ожидания, связанные с новым сезоном? Прежде всего, хотелось бы, чтобы получился нормальный, в хорошем смысле обычный сезон. В такие трудные времена уже это означает очень многое. Чтобы год продолжался в штатном режиме. Далее, конечно, хочется увидеть наших гонщиков вновь на подиумах гран-туров. Ну и, наконец, поскольку это год олимпийский, мечтаю увидеть успешное выступление наших спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Спасибо, Яна. Ну что ж, дорогие друзья, если вы не против, давайте посмотрим, как команда готовится к предстоящему сезону прямо здесь, во время тренировочного сбора. Наверняка, друзья, вы отметили замечательный обновленный дизайн формы, представленный компанией Giordano, и на новых майках новое имя команды. Теперь его второе составляющее — это Premier Tech. Позвольте представить вам главу компании Жана Беланже. К сожалению, из-за ограничений, связанных с пандемией, он не смог приехать сюда. Сейчас мы на связи со штаб-квартирой его компании в Канаде. Жан, добрый вечер и добро пожаловать. Жан, что для вашей компании значит стать титульным спонсором команды? Я приветствую всех. Для нас это давняя мечта, которая исполнилась. Мы начали сотрудничать с Астаной осенью 2016-го, заключили договор на период с 16 по 19 годы. И вот теперь название нашей компании в названии команды с 1 января.
Что подвигло вас на принятие этого решения? Это полностью соответствует нашей философии, нашей идеологии как компании. Велоспорт — командный вид спорта, и он наглядно показывает, насколько важна сплоченная командная работа. Да, выдающиеся личности способны на многое, но коллектив единомышленников добьется большего. Командный дух, которым всегда была сильна Астана, вообще дух профессионального велоспорта в полной мере соответствует тем ценностям, которые исповедует компания Premier Tech. Так что прийти в велоспорт в качестве спонсора было естественным решением. Уже на первых наших встречах в 2016 году с Александром Винокуровым мы видели перспективу новых форм взаимодействия. И когда мы продолжили этот диалог с Яной Зель, с господином Баталовым, все просто продолжило развиваться естественным образом. И настал момент поднять наши отношения на новый уровень. Уровень титульного спонсорства и второго главного акционера команды. Каковы ваши ожидания, связанные с этим новым этапом сотрудничества? Наши ожидания — продолжение той смысловой линии, которая ведет свое начало с сезона 2017. Команда Astana Premier Tech вступает в 16-й сезон в своей истории. Это история побед, история призовых мест на самых престижных гонках, от классических однодневок до трехнедельных грантуров. Мы уверены, что команда способна продолжить писать эту славную летопись. И в то же время мы надеемся стать тем самым свежим ветром, который наполнит паруса команды на следующие 10, 15, 20 лет. Да, мы мыслим категориями долговременного сотрудничества. Мы рады помочь ощутить эту перспективу, уверенность в будущем, стабильность. И в этой атмосфере гонщики команды наилучшим образом реализуют свои дарования. Мне очень нравится новый лозунг команды «United we race». Мы гоняемся вместе. То есть не просто соревнуемся, мы живем как единое сплоченное целое. Чтобы атмосфера была такой и в моменты удачи, и в трудное время, и в солнечное воскресенье, и в дождливый понедельник, мы выходим на старт с одинаково приподнятым настроением, мы вместе, мы сила, мы идем вперед во главу пелотона. И при таком отношении, при такой атмосфере, успех, подиумы — это уже просто естественное продолжение. Когда сплоченно работает команда, сбываются мечты. Но давайте познакомимся поближе с деятельностью компании Premier Tech. Этому посвящено наше следующее видео. As we are moving forward, we share a passion to deliver sustainable solutions that will better our lives, feeding, protecting, and improving our world. Да, это было просто потрясающе. Жан, хотелось бы услышать от вас несколько напутственных слов в заключение нашего общения. Я счастлив быть с вами, дорогие друзья. Я очень хотел бы быть сейчас с вами вот там в одном зале, но, к большому сожалению, эпидемическая обстановка не позволяет этого сделать, не позволяет приехать, но душой я с вами. И с очень многими я знаком лично, я счастлив, что у нас такая команда. Мы вместе,
И вместе мы продолжим добиваться больших успехов. Это был Жан Беланже. Как и все эти долгие годы, команда продолжает деятельность при мощной поддержке Казахстана. Мы хотели бы предоставить слово генеральному директору президентского спортивного клуба «Астана» Аскару Баталову. I would like to congratulate you and our new partner Premier Tech Company with the beginning of the new season. We start this season with a new name, Astana Premier Tech. And I wish you success and many victories. Good luck. Every traveler has imagined their ideal travel stand, where an awe-inspiring view greeted you on every corner. It's a land of enchantment, where messages from the past await. It's a land of adventure. Every road rewards you with a different road. And each night in Travelstan feels like home, while you catch up on rest or hang out with your new friends. While in Travelstan, you can't help but be inspired. In Travelstan, experience a land of culinary discoveries. Imagine your Travelstan. What will it be like for you? Welcome to Kazakhstan. Welcome to Kazakhstan. Спасибо господину Баталову за это видеообращение, и я думаю, все оценили потрясающие виды Казахстана. Ну а теперь пора переходить к представлению команды Astana Premier Tech 2021 года. И начнем мы с менеджмента. Передо мной сейчас Александр Винокуров, чья миссия – обеспечивать спортивные достижения команды. Добро пожаловать, Александр. Давайте оглянемся на сезон 2020 года. Сезон был, конечно, сложный для нас всех, но я думаю, мы должны быть довольны, что мы вообще стартанули этот год, 2020 год, и выступили, был Тур де Франс, Джиро, Вуэльта, и были победы, поэтому... Я считаю, мы 15 побед у нас есть, и были грандиозные победы на Ломбардии, Якоб Фусгант, Алексей Луценко, Тур де Франс, Лопес, Nice Stage, хороший этап на Тур де Франсе. Ну и все-таки, я считаю, то, что было, мы достойно выступили и представили нашу команду на мировой арене. В новом сезоне в команде новые гонщики, не так ли? Yes. Это как обычно, всегда так было. Новый сезон, новые гонщики, 8 новых гонщиков в команде. Ставку мы делаем сегодня на молодежь, потому что велоспорт молодеет, и тем самым мы тоже сделаем ставку на молодежь. И в команде много новых гонщиков, с которыми мы будем плотно работать, и уже начали новый сезон. Поэтому я думаю, этот сезон будет для нас... с новыми ребятами, которые адаптируются быстро в команде, очень-очень достойны. Наверняка у вас большие ожидания, связанные с новым сезоном. Есть одна мечта. I have one dream. Мы не выигрывали уже давно большой Джиро, Тур де Франс или Вольту, поэтому хотелось бы, да, повторить этот успех. Винченцо Нибали последний раз в 2016 году побеждал эту гонку, Джиро. Ну и хотелось бы, да, поставить ставку на Джиро д'Италию. Ну и есть другие еще гонки, но, как я вчера сказал ребятам, если выиграем 30 побед или одну Джиро, было бы круто. И вот наступает момент, когда мы начинаем представление состава обновленной команды Astana Premier Tech. Прежде чем мы поближе пообщаемся с лидерами, с Алексеем Луценко, Якубом Фульсеном, Александром Власовым и Йоном Исагирре, давайте представим
всех гонщиков. Как видим, это отличный сильный состав для того, чтобы осуществить цели, которые недавно назвал нам Александр Винокуров. А теперь слово лидерам, тем, кто принес большую часть успехов в сезоне 2020 года. И начнем мы с чемпиона Казахстана Алексея Луценко. Алексей, расскажи нам о программе на 2021 год. Моя программа плюс-минус такая же, как и в прошлом году. Это старт во Франции, Тур де Прованс. И также я еду в Эмираты, как и было это в прошлом году. И затем это Арден Классики. Перед Арден Классиками либо Париж-Ницца или Тирена-Адриатика. Каковы твои ожидания и твои цели, связанные с этими гонками? Мои цели – это, конечно, начать сезон как можно сильным, и потому что прошлый год показал нам очень такой тяжелый год, поэтому нужно быть всегда быть в форме и на первых стартах уже быть, скажем так, на первой позиции, поэтому, конечно же, быть именно в физической форме. Ну и, конечно же, это мои главные цели, это Арден Классики, Тур де Франс и Олимпиада. Спасибо Алексею, а сейчас на эту площадку выходит Йон Исагирре. Йон, добро пожаловать. Йон, многие видели документальный фильм «Ride for Glory», видели, какой ты прошел путь от серьезного падения на туре до победы на этапе Вуэльты. И, конечно, эти воспоминания, наверное, добавляют тебе мотивации в новом году. Ну, конечно. В конце такого странного и трудного года, который едва не закончился тем падением, о котором вы упомянули, одержать большую победу – это очень воодушевляет и мотивирует. Собственно, каждый год я стараюсь прогрессировать, добиваться большего по сравнению с прошлым годом, и очень верю, что новый год будет для нас успешным. А цели? Для меня лично цели – это недельные многодневки. Валенсия, Париж-Ницца, а особенно моя домашняя – тур страны Басков. Я хотел бы победить на ней еще раз. Это было бы здорово и лично для меня, и для всей Астана Premier Tech. Ну а теперь приветствуем Якуба Фульсона. Якуб, добро пожаловать на эту площадку. Якуб, в целом, конечно, сезон 2020 года был для тебя очень успешным. Ну, наверное, от Джира ты ждал несколько большего, да? Ну, сезон в целом я бы оценил как удачный. У меня несколько очень значимых побед. Конечно, правда, вы сказали, что Джира сложилась не совсем так, как мне хотелось бы, но это был трудный год и непредсказуемый год. Так что тут нужно оценивать все в комплексе, и в комплексе этот сезон получился. И я выиграл второй свой монумент, вторую свою суперклассику, и этим я, конечно, доволен.
Ну а от нового сезона ты что ждешь? В новом сезоне я хотел бы выиграть еще какую-нибудь одну великую классику, еще один какой-нибудь монумент. В целом хотел бы, чтобы сезон получился более нормальным, чем предыдущий. И есть одна очень важная цель, возможно, эта цель даже самая главная в наступающем сезоне, это Олимпийские игры. Это Александр Власов. Александр, добро пожаловать. Расскажи об этом твоем первом успешном сезоне в новой команде. Мой первый сезон в команде «Астана» прошел очень отлично, замечательно. Даже более, чем я ожидал, мне удалось принести первую победу команде в самой моей первой гонке и показать также в течение всего года хорошие, достойные результаты. В общем, прошедшим годом я очень сильно доволен и хочу работать дальше и раскрываться еще больше. Конечно, нас всех очень интересует твоя программа выступлений и что в этой программе является твоими главными целями. Да, конечно, в настоящий год, точнее уже на этот год, у меня есть большие цели. Я поеду в Джиро д'Италия и хочу показать максимально достойный результат, сделать все, что смогу на этой гонке. Спасибо, Александр. И для заключительного слова я снова приглашаю на эту площадку Яну Зель. Мы здесь сегодня услышали множество замечательных вещей. Что бы хотелось сказать в завершении? В завершении мне хотелось бы заострить внимание на новом девизе команды, который теперь будет нас сопровождать с этого сезона. United We Race. То есть на трассе мы вместе. Я думаю, лучше посмотреть нам видео, лучше пусть сами гонщики это объяснят, что они в это вкладывают. Это у них лучше всего получится. Riders, mechanics, soigneurs. We all have something in common. We all have a passion for the most beautiful sport in the world. We are proud of the rich story of our team. We are united by our colors. And most of all, by the way we ride our bikes. We don't just ride. We race together. United. 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 We are Astana Premier Tech. United. United we race. Этим видео мы и завершаем нашу сегодняшнюю презентацию. Говорит нам Валерий и желает нам всем счастливого наступившего года. Надеется, что мы вместе с нею будем наблюдать за множеством успехов команды Astana Premier Tech.